Середина 18 века – это время старта тайной дипломатической миссии, сыгравшей судьбоносную роль в истории осетинского народа. Установление русско-осетинских отношений и отправка в Петербург осетинского посольства – явление, связанное со вступлением Осетии в новый период своей истории. Мне кажется, что процесс вхождения, интеграции осетин и осетинских земель в состав российского государства – это двунаправленный процесс. Это не только осетины захотели или у них были определенные устремления. Понятное дело, что и у российского государства были серьезные устремления и претензии, амбиции, если угодно, в отношении земель Кавказа, черноморских территорий, да, там Каспия и так далее и тому подобное. И в этом смысле, мне кажется, что осетинское посольство 1750 года, его можно рассматривать как такую вообще важнейшую веху в деле российского проникновения на Кавказ. Одним из авторов этого исторического проекта был Зураб Маккаев, общественный и государственный деятель Осетии 18 века. В документах он упоминается и как Елиханов, Егоров, Азазов. Это было связано в том числе и с необходимостью держать в тайне деятельность по формированию первого осетинского посольства и подготовке условий для присоединения Осетии к Российской империи. Это очень интересный персонаж, который воспитывался при дворе Вахтанга VI, грузинского царя, который был союзником Петра I, и который бывал и общался еще с Петром Великим. И Петр Великий имел определенные интерес и к Грузии, и к Осетии, как возможным союзникам для сдерживания таких наступательных устремлений Персидской и Османской империи. В детстве Зураб был отправлен в Грузию и отдан на воспитание в дом Вахтанга VI. В истории Грузии Давида Багратиони содержатся письменные упоминания фамилии Маккаев. По свидетельству автора, в 17 веке, когда в очередной раз грузинским отрядам пришлось столкнуться с персидскими войсками, бой решили начать с поединка. На нем против персидского богатыря-воина был выставлен осетин Луарсаб Маккаев, одержавший победу над соперником. Можно предположить, что этот факт и связал фамилию Маккаевых с царским домом Грузии. При дворе Вахтанга VI Зураб получил светское образование на грузинском языке. Впоследствии занимал первостепенную должность, состоял казначеем царя. А пророссийская идеология Зураба сформировалась еще в Грузии, где он видел персидское и турецкое жестокое иго, нависшее над грузинским народом. Драматическая судьба грузин представляла собой наглядный пример той реальной угрозы, которая могла ожидать Осетию. Вахтанг VI относился к тем редким представителям династии Багратионов, кто пытался освободить свою страну от персидского господства. Его не покидала надежда найти поддержку у Петра I и с помощью российских войск освободить Грузию от деспотизма Персии и Турции. В 1724 году Вахтанг и его верный соратник Зураб Маккаев покинули Картли-Кахетию с большой свитой и отправились в Петербург. Здесь они были приняты Петром I. Если Петр I нам известен как великий реформатор, великий преобразователь, внутренней жизни в России, если мы делим вообще историю России на эпоху до Петра и после Петра, то не менее важна петровская внешняя политика. В первую очередь мы знаем его ориентацию на западные страны и на выход к Балтийским морям, в результате чего была организована Северная война. Но не менее значимо и не менее весомо его продвижение на юг к теплым морям. И Петр устремил свой взгляд на Закавказье, на юг, и пытался
заручиться договорами с Грузией, такой же христианской, такой же православной, как сама Россия. И был организован персидский поход, знаменитый персидский поход 1722-23 годов, где, воспользовавшись ослаблением Персии, Петр смог завоевать достаточно большие территории по берегу Каспийского моря, фактически отрезав Иран от моря. И здесь, конечно же, Петр I обратил свой взгляд и на Закавказье, где верным его союзником был Вахтанг VI. Есть мнение, что в свиту Вахтанга VI в момент посещения его Петербурга входили и представители Осетии, в частности, Зураб Макаев или по другой его фамилии Елиханов, тогда еще совершенно молодой человек, входящий в свиту, который тоже наверняка видел будущее для своей Осетии, на тот момент запертой в горных ущельях, уже в таком вот союзе с единоверной православной Россией. Великий преобразователь, имевший к тому времени план присоединения Северного Кавказа и Грузии к России, дал твердое обещание освободить Грузию от иноземного ига. Но спустя всего несколько месяцев после визита императора не стало. Надо сказать, что Елиханов довольно долго прожил в России. После этого посольства Вахтанга VI он изучал русскую культуру, он смотрел на Россию как действительно не какого-то сюрпризного союзника или попутчика, а как державу, с которой можно всерьез связать судьбы и перспективы своего народа. Пребывание Зураба в Петербурге принесло ему немалую пользу. Он усвоил не только русский язык, но, что было не менее важно, узнал Россию изнутри. Вращаясь среди высших сановников Петербурга и Москвы, участвуя в обсуждениях проблем Грузии и Северного Кавказа, он приобрел богатейший политический опыт. После смерти Вахтанга VI Зураб Макаев решил вернуться на родину, в Осетию. Российский период в жизни Зураба убедил первого осетинского профессионального дипломата в том, что поиски безопасности своей страны следует связывать только с Россией, великой евразийской державой. Но не только это питало идеологию Зураба. Он отчетливо осознавал, без предгорных территорий Осетия обречена на хроническую хозяйственную стагнацию. Таким образом, обеспечение собственной безопасности и переселение части населения на равнину составляли практическую суть политической стратегии Зураба Макаева. Зураб Макаев принимал активное участие в деятельности Осетинской духовной комиссии, прибывшей в Осетию в 1745 году. Созданная правительством Российской империи при участии грузинского духовенства, она представляла собой неофициальный канал связи между Осетией и Россией. Именно через Осетинскую духовную комиссию Зураб Макаев ставил перед русским правительством вопрос о необходимости проведения русско-осетинских переговоров и включении Осетии в состав России. Они предложили, что да, раз Россия, связанная Белградским договором 1739 года, не может открыто действовать, а эта территория по договору была объявлена такой нейтральной зоной, можно сказать, ничейной землей, то, пожалуйста, грузины предлагали использовать их в качестве проповедников. Одновременно это занимало с Россией, ну, можно так сказать, какие-то попытки каких-то обвинений, что вот Россия вмешивается в нейтральную зону и как бы тем самым нарушает договора. То есть в любой момент можно было как бы откреститься от этого. Ну, с одной стороны, такой нормальный, обычный принцип международных отношений. Если что-то идет не так, типа мы здесь ни при чем. И что они предлагают? Предлагают послать группу делегаций, группу проповедников, которая потом будет названа Осетинская духовная комиссия. И вот в эту группу проповедников вошло 6 человек, представителей духовенства, во главе с архимандритом Пахоми. Первый глава Осетинской духовной комиссии, архимандрит Пахоми, был уполномочен российскими властями снарядить и сопровождать Осетинское посольство. Петербург в переписке с архимандритом рекомендовал ввести в состав Осетинского посольства наиболее влиятельных владельцев Осетии.
Именно социальный статус и территориальность легли в основу формирования осетинского посольства. Проявив инициативу в установлении русско-осетинских отношений и формировании осетинского посольства, Зураб Макаев стал руководителем первой дипломатической миссии в России –